Между тем, к дорожникам остается много вопросов. Автодорога по улице 10-й пятилетки в Новочебоксарске притча в языцах, в особенности у водителей. На какой стадии находится ее ремонт, выяснял Родион Архипов. В прошлом году ремонтом автодороги по улице 10-й пятилетки занимался «Чувашавтодор», но завершить работу не успели. Предприятие обанкротилось. В текущем году в качестве подрядчика выступила строительная компания «Гарант». На реконструкцию дорожного полотна планируется потратить около 36 миллионов рублей. 10 октября попытка получить комментарий у новочебоксарских городских властей по поводу состояния и сроков окончания ремонта долгожданного дорожного полотна по улице 10-й пятилетки так и не увенчалась успехом. После чего на официальном сайте городских властей все же появилась информация. Цитирую. 10 октября 2016 года. По улице 10-й пятилетки СК «Гарант» проводилась укладка асфальта по улице Восточная до магазина «Эдель». 11 октября. Субподрядной организацией «Гарант» проводилась подготовка основания под асфальт. Был уложен щебень. По улице 10-й пятилетки проводились работы по укладке асфальта по нечетной стороне от перекрестка по улице Восточная до перекрестка «Ельниковский проезд». И хочется верить, что мы помогаем таки приблизить долгожданную встречу автомобилистов с отремонтированной автодорогой по улице 10-й пятилетки. И как нам показалось, именно после нашего общения с пресс-службой администрации города Новочебоксарск, кстати, до сих пор обещающей подготовить комментарии специалистов дорожной службы, на ее официальном сайте появилась таки информация о проделанной на сегодняшний день подрядчиком работе. Что ж, таким ответом мы удовлетворены. Ведь нас, как и автомобилистов, и всех жителей Новочебоксарска, больше интересует не слова, а конкретные дела. Родион Архипов, Сергей Адушкин. Республика.